Также в Новороссийск по поручению губернатора направились министры здравоохранения края и бригады санавиации. Госпитализированы 44 человека. Более 10 из них – дети. 13 пациентов экстренно прооперированы. Сейчас первых пациентов уже готовят к выписке. Пострадавшим и их родственникам окажут всю необходимую помощь. Хочу также отметить, что страшно не количество ДТП, а страшно количество жертв в авариях. И сегодня мы должны создать условия, при которых даже если ДТП произошло, то погибших там не было. А это прежде всего качество автотрасс, устройства на дорогах, которые отвечают за безопасность. Это разделительные бордюры и ограждения. В данном случае на этом участке федеральной дороги такие ограждения были. Это позволило избежать жертв среди пассажиров. Автобуса. Напомню, в ночь на четверг недалеко от города автобус с пассажирами упал с высоты после столкновения с автомобилем. Погибли пассажиры легкового автомобиля, женщина и двое детей. 45-летний водитель госпитализирован в состоянии средней тяжести.